Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, с вами Михаил Сманцарев. Сейчас я занимаюсь разработкой моделей шахмат, изготовлением образцов, форм и в последующей их отливкой из пластмасс. Вот сегодня вам хотел показать, ну вот такие модели, морские, например. Это вот дельфинчик, пешка, акула, офицер, вот морской конек, это конь. Я их сразу убираю. Вот еще есть вот такая вот моделька. Это рыцарская тема, ледовое побоище. Это я просто экспериментировал из различных пластиков. Сегодня мы с вами из жидкого пластика отольем дельфинчика. Вот такого же вот дельфинчика мы будем отливать. Только добавим в пластик краситель. Отольем черного, проверим, как он будет работать. Итак, форму мы убираем, но форма, видите, вот она, значит, в своей опалубке, из трубы она сделана. Как-нибудь потом я расскажу, как это делается, и с замочком, чтобы там ничем не перематывать. Затем, давайте сначала пластик. Вот пластик компонент А и компонент Б. Вот видите, 500 грамм, здесь 250 грамм. Сразу можно догадаться, что 2 к 1 его надо смешивать. Читаем на этикетке соотношение компонентов А и Б 2 к 1. То есть, если, например, даже этикетка была утеряна, можно было бы взвесить его и догадаться, если он куплен, конечно, в комплекте. Итак, я форму в эту залил воды и затем вылил его в такую баночку. Значит, у меня воды получилось ровно вот столько. То есть, потом я, конечно, форму просушил, но понятно теперь, что, чтобы нам не замешать большее количество пластика, так как он просто пропадет двухкомпонентный, я поставил меточку. Затем взял вот такие вот весы. Эти весы хороши тем, что когда мы включаем, поставив, ну я просто листочком закрыл, чтобы не капать на них случайно, включаем старой, которая стоит здесь, они сразу без учета тары обнуляются. То есть, например, если мы все поднимем, минус 18 грамм. То есть эта баночка весит вместе с бумажкой 18 грамм. Вот сейчас мы начинаем наливать компонент А. Но я буду чуть-чуть больше наливать, потому что ощупь пусть чуть-чуть останется. Ну вот 37 грамм. Значит, компонент Б в 2 раза меньше должно быть там, ну сколько там? Ну 38, 19 грамм где-то. И 19, 57 минус 1, 56,5 грамма. Теперь мы добавим сюда черного красителя. Я его добавляю на глаз, он концентрат. Оп. Ну, хватит. Наша задача — это эксперимент. Все, теперь весы можно просто убрать и перемешать. Но я перемешиваю или миксером, в данный момент, в данном случае я буду перемешивать вручную, так как баночка небольшая, удобная и компонента не очень много. Надо промешивать весь его до дна. Есть у меня вибростаночек для больших, я потом покажу его моделей. Все, компонент у нас перемешан. Теперь я его заливаю. Заливаю тоненькой струйкой. Когда заливаешь тоненькой струйкой, на перегибе у нас вот этой посуды воздух уходит. Чуть-чуть криво она стоит, формочка. Сейчас мы ее выровняем.
Ну, даже можно ее вот так вот всю вылить. У нас опалубку из полиэтилена, к нему ничего не пристает. Форма из силикона. Потом просто срежем обои и все. Теперь ждем, пока пластмасса двухкомпонентная затвердеет. Также я залил еще форму нескольких шахматных фигур, которые мной были изготовлены накануне, для того, чтобы проверить, как они будут работать и как действуют, как красит краситель двухкомпонентную пластмассу. С момента заливки у нас прошло порядка 40 минут. Значит, пластмасса затвердела. Теперь мы открываем форму и достаем изделие. Вот он наш дельфинчик, это обойчик. Он буквально там, минимальная у него толщина. Его можно пока еще окончательно, пластмасса не затвердела, обрезать даже ножничками. Но когда затвердеет, можем его чуть-чуть пройти наждачкой. Здесь можно чистить все эти детальки. Мастер-ножом. Ну, что я скажу, цвет, заявленный суперконцентрат, меня не удовлетворил. Я добавляю простые порошковые краски, и у меня получается даже все более симпатично. Ну, вот он, дельфинчик, точно такой же. Вот они, два брата, только один черный, один белый. Теперь они будут сражаться на полях шахматных сражений. Итак, кому что не ясно, задавайте вопросы. С вами был Михаил Сманцарев. Спасибо за внимание. Эти формы тоже, эти изделия тоже я извлек. До свидания.